Добрый вечер, дорогие друзья. И многие из вас сегодня пришли на час раньше, и я прямо увидел, как вы здесь мучились. Как меня слышно по пятибалльной системе? Пять, четыре, ну, в основном пятерки. У кого громко или тихо, это вы уже на компьютере у себя подправьте. Да, видел я, что у кого-то ночь. А давайте-ка поставим, у кого сколько сейчас время. Прямо сейчас. Определим рекордсмена. Двадцать три. 21, 24, Вера, утра. Угу. Анна Гарнцарик, 5. Это 5 утра, это еще круче. 19, 21, ну, 12, это еще нормально. Да, есть несколько человек, вот Георгий, 4 утра. Вы герои. Вы молодцы, вы могли посмотреть по записи, но предпочли дождаться, вы молодцы. Я постараюсь, чтобы вы получили максимальную пользу. Александр, 3 ночи. Ну, хорошо, Ирина Соболь, 4 утра. Ну, вот у таких людей наверняка все получится. Наталья, 3. Ну, хорошо, спасибо, друзья. Вижу у нас многоцветие флагов. Не буду сегодня. Я обычно говорю, давайте-ка посмотрим, сколько нас стран. Я думаю, больше 10 хоть как. Вот. Значит, сегодня за 40-50 минут я и Татьяна Андреева, моя помощница, постараемся дать вам все ключевые моменты заработка в интернете. То, что мы уже достигли, что достигли уже... Ну, наверное, сотни учеников. Мы покажем вам конкретные примеры и конкретные шаги. Приготовьте ручки, листочки. Во время нашего вебинара я буду давать небольшие задания. В конце встречи тем, кто определенно захочет добиться таких же результатов, я скажу, что делать. Тот, кто скажет, я буду самостоятельно, я тоже подскажу, что нужно делать. Таким образом, вот это наш план. Если вы его принимаете, поставим плюсики и будем двигаться. Спасибо, молодцы. А теперь, как обычно, в начале нашей встречи, я даже не буду рассказывать о себе, там потом несколько минут будет буквально... Сегодня я хотел бы опять начать с того, для чего вы пришли на этот вебинар. Этот вопрос я задаю уже третий вебинар, потому что, оказывается, он действительно ключевой. И мне легче потом поймать линию вебинара. Напишите, пожалуйста, для чего вы пришли на этот вебинар. Одним, двумя словами. За знаниями, просто интересно. Так, Алексей, зарабатывать деньги, учиться. За знаниями, заработать деньги, $1000 в месяц, заработать. Хочу много денег за информацию, увеличить свой доход, как я понял, научиться, пассивный доход. Ну, на самом деле, в принципе, все пришли за деньгами, даже если вы пишете за знаниями, знания потом все равно вы примените, чтобы добиться своих целей и получать деньги. Я думаю, конечно, за деньгами. И теперь давайте мы с вами сразу, вот этот слайд, он у нас отметает лишних людей. Нас почти 300 человек. И я сегодня готов прямо сейчас попрощаться с теми, кто... надеяться найти кнопку. Кнопок не существует, вы это прекрасно знаете, хотя с утра до вечера наши с вами почтовые ящики бомбардируют вот эти рассылки, которые предлагают нам сдать 100 рублей, получить $1000, $10000 и так далее. Только деньги, товар, деньги.
Независимо от того, где вы находитесь, на земле или в интернете, только такие взаимоотношения могут привести вас к богатству. Вот это вот можете прямо себе пометить. Неважно где, на земле или в интернете. В интернете вы также продаете инфопродукты, вы продаете знания, вы продаете виртуальные продукты. Все то же самое. Вы обмениваете свой товар на деньги. И для этого нужно трудиться, господа. Кнопка «Бабло», ну, я не знаю вообще, какая это кнопка. Название-то такое не очень красивое. Многие бегают по интернету в надежде, и сколько денег они сливают туда, я просто не знаю. Вот. А теперь давайте с вами проведем эксперимент. Это интересный эксперимент, вот он у меня прямо... Вот такое начало, оно настраивает на этот эксперимент. Вы должны сейчас на своем листочке начертить две колоночки. Сильные и слабые стороны. И напишите свои сильные стороны. Ну, пускай 3-4 пункта, да, и слабые. То есть, в любом порядке. Что у вас, в принципе, такого достойного? Ну, например, я хороший программист. Или я здорово играю в покер. Я, допустим, прекрасный трейдер. Я шикарно знаю методику закаливания. Я хорошо общаюсь с людьми. Я умею вести за собой, да? Ну, какие-то вот сильные стороны и слабые. Каждый из вас знает, что мешает ему прорваться к богатству. Даю вам несколько минут, ну, 3 минуты. Начинаем. Прошу вас выполнять всех задания, потому что я, естественно, веду какую-то определенную линию, да? Это же не просто так вот мне придумалось вам задать задание. Нет, конечно. Как только напишите, поставьте плюсик. Ну, 3 минуты, я думаю, вполне достаточно каждому. Потому что... У кого-то нет звука, помогайте ему в чате, я не буду отвлекаться. Напишите, что ему нужно делать, партнеры. Так, вижу, что начинают справляться плюсики. Вот подожду, когда плюсиков будет побольше, и продолжу. Молодцы. Пишите, пишите. Это очень полезное упражнение. Очень полезное. Особенно для интернета. Невероятно полезное упражнение. Сейчас, еще минутку. Вот, ну хорошо, хорошо. Давайте кто-то дописывает, а я продолжу, чтобы вас сильно долго сегодня не задерживать. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть сильные и слабые стороны. Кто с какого... Вот вспомните прямо сейчас, кто что первое написал, свою сильную сторону или слабую? Вот вспомните, если сильную, ставьте троечку, если слабую, ставьте пятерочку. Вот какую вы первую написали колонку? Тройка – это сильная, пятерка – слабая. Ну, в основном тройки, и мне это нравится. Кто-то начал тут интером баловаться, удалю. Не надо баловаться интером. Итак, тройки, пятерки, тройки, пятерки. Ну, в целом, это тоже показатель. Это показатель. Всегда... А вот еще вопрос ко всем. Для того, чтобы добиться денег, как вы считаете, нужно искоренять слабые стороны или усиливать сильные?
Вот давайте. 2 и 4. Усиливать сильные 4, искоренять слабые 2. Опять ваше мнение. Так, четверочки. В основном искоренять реже. Нет, сейчас пошли более двоечки. Ну и хорошо. Так вот, господа, на самом деле, если вы там к своим годам сейчас не стали хорошим бухгалтером, если вы начнете сейчас искоренять, то навряд ли вы будете хорошим бухгалтером. Все равно. Да и не нравится вам это, раз вы не хороший бухгалтер. Проще нанять, правда? Вот был такой случай, вы, наверное, знаете теннисистку Штеффи Граф. Наверняка все слышали. Выдающаяся теннисистка, у нее сильнейший удар справа. Подача просто сильнейшая. Но слева она очень плохо принимала. В общем, и ей старались подать налево туда, под левую руку. Иногда она пропускала. Ну, потом начала приноравливаться, естественно, она же чемпионка, и подходила так, чтобы правой отбить. И она побеждала всех подряд, выносила просто. А потом она с тренером начала искоренять недостатки. Они начали работать над левой рукой. И постепенно, занимаясь тем, что ей не нравится, понимаете, ребят, она стала не первой, она стала посредственной теннисисткой. Поэтому вывод очень простой. Вам надо развивать сильные стороны. Вот свои сильные стороны. Знаете фотошоп, будем развивать. Знаете, как играть, как я уже говорю, у меня просто есть партнер, он в покер здорово играет. Будем развивать его игру в покер. Потому что это объединит вокруг него людей. Он станет брендом. Знаете языки, значит, будет рассылка по языкам. Вам надо постараться обойти свои слабые стороны, найти себе наставника, который будет постоянно поддерживать вас, направлять, развивать ваши сильные стороны, пока они не превратятся, в гениальное что-то. К этому тянутся люди. Это принцип интернета бренд. То есть сейчас для того, чтобы прорваться к деньгам, вам надо просто усилить то, что вы делаете хорошо. И поверьте, мы этому вас научим и поможем. То есть возьмите за основу. Вот это, пожалуйста, пометьте. Вот сейчас уже пришел черед рассказать о себе. Значит, до 2010 года я занимался бизнесом. Я математик по образованию. Математик. Я преподавал информатику. Правда, без компьютера, блок-схемы рисовали. Языки и так далее, я детишек учил. Тогда не было компьютеров. А с 91 года бизнес. Отлично занимался бизнесом до 2010 года. В 2010 году я ушел в интернет. Потому что мне захотелось уже пожить так, как я хочу. Не привязанным ни к бизнесу, ни к чему, съездить в отпуск и так далее. И вот за 3,5 года, господа, я добился и свободы, и мобильности, и денег. Кто меня знает, тот уже прекрасно видит и мои доходы, и то, что я могу себе позволить куда-то съездить, отдохнуть. А это для вас. Я выбрал несколько чеков, у меня несколько ручейков, которые показывают, что я умею зарабатывать, люблю зарабатывать. И у меня уже сотни и сотни учеников, которых я научил это же делать. Это я продолжаю линию. Если вы сегодня увидите для себя то, что, как свет в окне, понимаете, то считайте, что у вас есть наставник в моем лице и в лице многих-многих моих выдающихся учеников, которые даже сейчас уже и обошли меня на повороте. И это приятно, потому что учитель всегда стремится к тому, чтобы его ученики обходили. Договорились?
Вот это я рассказал о себе. А это для вас, любимое мое, так сказать, изречение Эйнштейна, что если вы будете делать одно и то же, вы будете получать одно и то же и никогда не измените на свое нынешнее состояние. Но раз вы пришли сюда, раз вы пришли в интернет, то вы прекрасно понимаете, где лежат деньги. Знаете этих людей? Поставьте плюсики. Это самые два великих и богатых человека в мире. Они очень обаятельны, очень умны, пишут книги. Понимаете? Один начинал вообще в гараже, Билл Гейтс. На самом деле все деньги сейчас в интернете. И мы их получаем. И поэтому наша задача помочь всем вам зарабатывать эти деньги. Сегодня мы будем показывать вам десятки и десятки примеров. Сейчас Татьяна расскажет вам, Татьяна Андреева, на чем мы зарабатываем деньги и каким способом мы их зарабатываем. На протяжении ее рассказа вы видите, наверное, 15-20 примеров учеников. После этого, после того, как Татьяна с вами расскажет принцип, я расскажу, как, что нужно делать, чтобы зарабатывать. Потому что у нас есть своя система. Итак, встречайте замечательного моего партнера Татьяну Андрееву. Это женщина, которая просто ворвалась в наш бизнес. За несколько месяцев она выбилась в топ лидеров. За несколько месяцев она вышла там на 50 тысяч рублей доход. Сейчас он у нее вот в октябре еще больше. Поэтому ей есть что рассказать. Встречайте Татьяну Андрееву. Здравствуйте, друзья. Давайте сначала проверим связь, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 5. Какая слышимость? Так, слышно хорошо, да? Отлично. Тогда двигаемся дальше. Да, друзья, я действительно вам расскажу, что позволило мне выйти на такие доходы, причем за несколько месяцев, да, и что позволило выйти на доходы остальным членам нашей команды. Обычным людям, таким же, как вы, сидящие здесь в зале, да, и многие из них еще вчера сами сидели простыми слушателями, а сегодня уже добились каких-то результатов. Результат, кстати, добились каждый из наших партнеров. И результаты эти, конечно, разные. И денежные, и интеллектуальные, и моральные, и какие-то достижения у человека разные. Но, конечно, самый приятный из них – это денежный эквивалент. Давайте немножко подумаем над чем. Какая мечта вообще любого предпринимателя, любого человека, который решил открыть свой бизнес, будь то на земле или в интернете, все равно где, но вот о чем он мечтает, когда открывает свой бизнес? Напишите мне, пожалуйста, в чат. А что мечтают люди? Допустим, есть у них деньги, все, есть у них какая-то идея, и вот что они хотят, чтобы из этого всего получилось? И как хотят? Реализоваться, денег, ну, денег заработать, наверное, да? Любимое дело плюс деньги, освободиться от начальника, свобода, разбогатеть, супердоход, независимость, успех, свобода. Все сводится, конечно же, к тому, что мечтает любой бизнесмен о хорошем доходе. И как он получит этот доход? Мы все знаем действительно, что у нас существует один вид получения дохода – это товаро-денежные отношения. То есть вы либо предлагаете какую-то свою услугу, может быть, вы юрист или адвокат, или страховой агент, или еще что-то, может быть, вы создали свой магазин, может быть, еще что. Но это всегда есть товаро-денежные какие-то отношения. Да? То есть ваши клиенты платят вам за ваши какие-то услуги или за ваши какие-то товары. И любому бизнесмену хочется, чтобы именно его товар был всем, чтобы без него никто не мог обойти, чтобы к нему вот выстраивались вот такие очереди, как вот эта очередь за хлебом.
и очень было бы хорошо, что мало того, что этот товар был бы всем бы нужен, но и товар бы этот еще был по низкой цене. И тогда действительно у этого бизнесмена будет огромный товарооборот, да? Он будет продавать свои услуги прям пачками, да, и к нему действительно будет всегда выстраиваться очередь. И мы, когда об этом подумали, мы стали искать такой товар в интернете. И мы вот такой товар нашли. Это вот как здесь вы видите очередь за хлебом. Такой же мы товар нашли, и такую же очередь нашли мы в инструменте, тоже за хлебом, но за хлеб в кавычках, да, то есть это образно, то есть это товар, который нужен абсолютно всем в интернете. И этот продукт нам предоставила компания InWeb24. И благодаря именно этому действительно сейчас выстраиваются очереди из клиентов, потому что этот продукт, эти услуги, они нужны абсолютно всем. Всем, кто пришел в интернет. И обычному пользователю для развлечений, для приятного времяпрепровождения и так далее. И также для тех, кто решил заработать. Без этого никак. Эта компания, она предлагает как инструменты для бизнеса в интернете, так и обучающие программы. Сейчас, в общем-то, все, кто пришел зарабатывать в интернет, им, в общем-то, нужно действительно две вещи основных. Это обучение профессиональное, которое, кстати, найти очень сложно в интернете, действительно качественное обучение. И нужны инструменты для того, чтобы воплотить в жизнь все свои начинания. Без этого никак. И многие новички, кстати, именно сходят с дистанции из-за того, что грязнут в технических проблемах. Они не могут там создать свои сайты или еще что-то, либо просто даже не понимают, как это делается. И 90% новичков просто вот уходят в никуда и ничего не добиваются. А в компании InWeb создали и продаются набор инструментов. Инструменты для интернет-маркетинга. Что же тест для инструмента, так коротенько? Это 6 уникальных инструментов, лучших причем в Рунете. Они проверены, высокого качества. Мы сами с удовольствием ими пользуемся. Вот если партнеры в зале есть, то напишите, пожалуйста, ваши уже результаты, успехи, как вы пользовались инструментами, что вам это дало. Ну, первый инструмент – хостинг. Это место, где вы храните свои сайты, свои файлы в интернете. Без хостинга никуда. Дальше. Конструктор сайтов. Шикарный конструктор. Он позволяет создать или сайт, или интернет-магазин, или блог буквально за 1-2 часа. И при этом без каких-то технических навыков, без знаний программирования. То есть сайт сделает абсолютно любой человек. Очень хорошо этот конструктор покупают те, кто делает сайты на заказ. Цена сейчас сайта такого большого, да, многостраничного от 50 тысяч рублей. И можно легко заработать, вот буквально за час, за два, заработать вот такие хорошие деньги, воспользовавшись элементарно конструктором. Шикарный инструмент, конструктор музыкальных видеооткрыток. Здесь вы можете и оригинально поздравлять друзей и близких, и также получать дополнительно трафик ваших клиентов, которые будут приходить на ваши ресурсы, причем трафик будет бесплатный. Шикарный инструмент – конструктор подписных и продающих страниц. Причем страницы получаются очень высокого качества, шикарный у них дизайн, и сделать их можно буквально за полчаса. И страницы эти мы тестировали, они имеют очень хорошую конверсию, больше, чем вот все остальное, что мы до этого испробовали. Сервис для набора базы подписчиков. Без него никуда абсолютно не двинуться. Конференц-комната. Вы в ней сейчас находитесь. Комната очень удобная, функциональная, причем удобная и для посетителей, и для тех, кто проводит вебинары. А найти, кстати, качественную конференц-комнату в интернете довольно-таки сложно. Если вы видели, да, после тренингов обычно люди задают вопросы и ищут, где же найти комнату. Они либо очень дорогие, либо функционал у них слабый. А здесь в этой комнате все собрано воедино. Все эти инструменты находятся в вашем личном интернет-магазине, который создает компания каждому новому партнеру. Вот так выглядит этот интернет-магазин. Здесь все уже готово, все полностью уже настроено под ключ. То есть ваша задача только рекламировать ваш интернет-магазин.
И как именно рекламировать? Да, потому что это в основном самая такая сложная задача, да, реклама. Но именно этому мы учим. То есть у нас есть такой секретный курс, ну, об этом вам Вадим позже расскажет, да, где как раз-таки мы учим, как приводить клиентов в наш интернет-магазин. И именно вот это мне вот такие вот доходы. Сейчас, кстати, у меня тут побольше. Это еще старый слайд, у меня уже и клиентов побольше здесь. Ну, ладно. Вот. И что я делаю? То есть у меня есть личный кабинет, и также у всех остальных партнеров. И в этом личном кабинете у нас есть партнерские ссылки. Вот скажите, кто-то участвовал уже в партнерских программах в интернете? Поставьте, пожалуйста, плюсики, что вы понимаете. Ага. Партнерские программы. Ага. Так. То есть, что это значит? Да? То есть, вы берете какую-то ссылку на чей-то либо авторский курс, либо на какой-то продукт, вам дается своя партнерская ссылка, вы ее рекламируете всеми известными вам способами. Если человек переходит по ссылке, делает заказ, вы получаете свои комиссионные. То есть, все очень просто. И здесь все то же самое. То есть, как обычная партнерская программа. То есть, ничего сложного здесь нет. А именно вот этот момент рекламы, вот это мы как раз-таки учим. Тут тоже видите примеры партнеров наших, да, вот Наталья Кривцова, пенсионерка, я думаю, что очень хороший $900 доход к пенсии в сентябре Наталья получила. Эдуард Лер, он, кстати, присоединился к нам только лишь в сентябре. И вот вы видите, что уже у него на 27 октября почти $2000 получилось, вот, что очень даже неплохо. И как все происходит? То есть, первый шаг. Вы становитесь партнером компании. Компания для каждого партнера создает полностью готовый интернет-магазин под ключ, где все ваши ссылки, все ваши товары, они очень там, кстати, разнообразные, все у вас есть уже готовы, все настроены платежи, все есть. Вы рекламируете при помощи нашей системы интернет-магазин. К вам выстраивается действительно очередь из клиентов, и вы получаете свои комиссионные. То есть все очень просто. 4 простых шага. Давайте немножко посчитаем. То есть от одного клиента в среднем мы получаем комиссию $5. Но это такая средняя мы здесь написали, потому что от некоторых мы получаем $100, от кого-то 50, от кого-то 10, от кого-то там 5 центов, смотря что человек купил. Но в среднем, если вот все вот так, да, то вот мы по минимуму взяли, допустим, $5, то 100 клиентов вам будут приносить стабильно $500 в месяц. А 100 клиентов, в общем-то, с нашими знаниями, да, те, которые мы даем нашим партнерам, с нашей системой, можно собрать довольно-таки очень быстро. У многих вот это получается буквально вот за несколько дней. Ну, тут у кого как, но, в общем-то, это не сложно абсолютно. И уже стабильно вы выходите на $500 в месяц. Я считаю, что для новичка очень хороший это доход. Есть ли перспектива у этого бизнеса? Мы тоже задались этим вопросом, когда изучали его. И выяснили, что действительно сейчас эта ниша очень активно развивается. Действительно, интернет-технологии, они набирают обороты. Все больше людей приходят в интернет и в поисках и заработка, да, и развлечений, и заработка. И как раз эти инструменты, они им всем будут нужны. И сейчас у нас уже почти 55 тысяч клиентов, которые пользуются нашими инструментами. А в России всего лишь такими инструментами пока пользуются 300 тысяч человек. То есть четверть уже пользуются инструментами от компании InWeb24. И в последующем это число будет расти, расти и расти. Видите, доходит до нескольких миллионов. То есть потенциал у этого рынка огромен. То есть тут вы уже никогда не останетесь без хлеба с маслом и еще и с икрой. И что еще немаловажно, что эти инструменты дешевле по цене аналогов в интернете. Если в интернете за такой же пакет вы заплатите $100-400, то в InWeb это вам обойдется всего лишь в $20. То есть еще и вы получаете экономию. Мало того, что зарабатываете, еще и экономите. И, конечно же, людям это выгодно. И таким образом вы действительно получаете продукт, который нужен всем и который по минимальной цене. Именно то получаете, что
мечтает любой бизнесмен. Следующий слайд. Как раз у меня здесь показано, да? Потому что сетевикам сейчас очень нужны эти инструменты. Очень много сетевиков сейчас приходят в интернет, потому что они понимают, что за интернетом будущее, уже методы на земле, они не дают такого эффекта. Но сетевики не знают, куда податься, и действительно им некогда заниматься техническими моментами, настроить команду. И как раз таки инструменты им очень помогают. Они получают и готовые сайты, которые могут раздать своей команде, и инструменты для рекрутинга, и обучающую программу. То есть полностью вообще все, что вот можно о чем мечтать. Для сетевиков это, можно сказать, рай в интернете. И как раз вы видели на слайде примеры сетевиков. Но клиенты – это только одно, можно сказать, так весло. Да? Второе весло – это то, что компания имеет партнерскую программу, и партнерская программа многоуровневая. То есть вы еще можете получать свою комиссию с товарооборота ваших партнеров. Партнеры очень охотно присоединяются к бизнесу, потому что люди пользуются инструментами, даже обычные клиенты. Да, они понимают, что при помощи этих инструментов можно заработать, они с удовольствием становятся партнерами. И вы уже получаете еще и комиссию с партнерского товарооборота. Вот Любовь Сараева, пенсионерка, тоже вот 425 долларов. Очень хорошая бабка к пенсии. Вот. Алена Комарова тоже вообще долларов. Ну, в общем-то, все. Так. Дальше. Что нужно для того, чтобы стать партнером компании? Так, друзья, поставьте плюсики. Меня слышно сейчас? Что меня показывает индикатор, что у меня все нормально. Ага, слышно, да? Отлично. Так, в компанию берут не всех, а берут только тех, кто пройдет профессиональное обучение, то есть те, кто получит, так сказать, высший разряд. Для прохождения обучения вам нужно выбрать один или несколько обучающих курсов коучингов, которые вот сейчас находятся у вас перед глазами. Эти коучинги были тщательно отобраны, протестированы. Было заявлено 100, но выбрано всего лишь 6. Но это самая выжимка, это самое лучшее. Что это за коучинги? Ну, тоже так кратко, да? Коучинг 1, 2, 3 – это мастер-группы по сайтам. То есть при помощи этого коучинга вы научитесь развивать ваш бизнес при помощи сайтов. Причем любой бизнес абсолютно. Там интересные секреты, фишки раскрываются, и как должны сайты работать, что до них должно быть и так далее. То есть все, как развить любой бизнес при помощи сайта. Технология сетевого маркетинга. Автор Зиновий Куралаб, он президент компании Web24, человек, который заработал в сетевом бизнесе несколько миллионов долларов. И здесь он делится своими наработками. То есть очень полезный момент, как для сетевиков, даже так для обычного человека, потому что опыт от миллионера, его всегда полезно перенять. «Законы успешного бизнеса или искусство преуспевать во всем». Тоже автор Зиновий Куралаб. И шикарный коучинг, который, можно сказать, поменяет ваше мышление. Потому что любой бизнес, он подчиняется определенным законам. Мало прийти в бизнес и вложить деньги. Нет, это мало, можно прогореть. Да? Но нужно знать законы, по которым все работает. Без знания этих законов вы потерпите крах. И... Но законы, они есть везде, в любую область нашей жизни действует закон. И бизнес тоже не исключение. А многие даже не подозревают о том, что существуют такие законы. Здесь вы их изучите. Курс Super SEO. Этот курс позволит вам сэкономить тысячи и тысячи долларов. Почему? Потому что ваши сайты будут всегда вверху поисковых систем. То есть их будут всегда находить люди. А значит, вам не придется тратить бешеных денег на рекламу. Сайт будет сам себя рекламировать, и вы уже сможете зарабатывать деньги уже на ваших сайтах. Шикарный курс. Там причем взят с нуля обычный сайт, и постепенно показано, как его раскрутить. Понятен и новичкам, и полезен будет для профессионалов. Дополнительные источники дохода, Владимир Бодик. Татьяна, здесь вы узнаете все о дополнительных... Опять нет звука. Да.
еще опять чуть-чуть надо тормознуть и перегрузиться. Я вижу опять проблему в комнате. Перегрузи еще секунду. Может, ты тогда закончишь дальше уже? Чтобы... Да, давайте я. Скажите, ребят, как меня слышно? Да. Сегодня похоже с интернетом. Так, есть звук, все нормально. Давайте я расскажу. На самом деле, как вы знаете, в любом деле, ну возьмем хоть токарь там, хоть что, есть первый, второй и третий разряд. Там, ну допустим, да? И чем выше разряд, тем больше получаете. Здесь то же самое. Если вы прошли один коучинг, вы получаете определенное количество денег. Два коучинга – больше, три коучинга – еще больше. Вот Наталья Тавадова, кстати, шикарно, она скоро, ну она уже входит в пятерку лидеров компании, и она в нашей команде. Это я так между делом. Итак, коучинг. Коучинг стоит $229. Вы платите один раз в жизни. И за это, вот за то, что вы прошли этот коучинг, вы пожизненно получаете доход по многоуровневой партнерской программе компании. Если вы купили один коучинг, вы становитесь стартап-партнером и получаете три источника дохода. Если вы купили два коучинга, вы экономите деньги $58 и получаете сразу пять источников дохода. Если вы стартанули, как большинство из нас, сразу на три, то вы получаете скидку $88, вы получаете там курс компьютерной азбуки в подарок, и у вас получается что-то $120. Но самое главное, что здесь вы получаете вот такое огромное количество выплат. Это называется элитный статус. Но вполне возможно стартануть вот так, через некоторое время перейти вот на этот коучинг, ну вот на этот уровень, потом на этот. Единственный минус, что вы тогда потеряете скидку. Это все, что требуется для того, чтобы стартовать в этом бизнесе. Это минимально. Это вот я говорю, я занимался бизнесом на земле. Если бы я мог там выйти на доходы 100-150 тысяч в месяц за несколько месяцев, вложив вот там $500, господа, я бы долго смеялся, если бы мне об этом сказали. Здесь это именно так. Потому что вы наши доходы видите. Итак, вот смотрите, резюмируя то, что сказала сейчас у нас Татьяна. Мы имеем свой хлеб в интернете, который у нас расхватывают. Он дешевле аналогов, поэтому у нас очередь. Единственная сложность – это донести до людей донести до людей наличие этих инструментов. Понимаете? Наличие. То есть самое трудное. На самом деле, что там, вступил в компанию, получил интернет-магазин. Ведь самое трудное – это донести. И вот в нашей команде есть система Alt-Invest. Мы даем нашим партнерам двухмесячное бесплатное мощнейшее обучение, которое и приводит к ним, к вам клиентов. Вот обратите внимание, я не стал здесь рисовать, ну, обращать внимание на деньги. Совершенно не стал. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на количество выплат ежемесячно, от месяца к месяцу. Это увеличиваются клиенты, и количество выплат растет. Здесь будет где-то в октябре 2500. Сравните. Но об этом чуть позже. Это клиентонаправленная компания. К нам каждый день приходят люди. Это я думал здесь начать. Ну что, нужный товар, низкая цена и так далее. Готовый бизнес. На самом деле, сейчас я вам расскажу, почему у нас идут такие деньги. Почему у нас идут такие деньги. Значит, смотрите. Кстати, вот тут Василий тут мне пишет. Нет, он набирает обороты, но вы сейчас пришли на другую презентацию. Ну, бог с ним. Смотрите, мы стартанули 5 мая, зашли 33 человека. Видите, 23 на элит, вот он, и 10 мы как стартапы стартанули. И у нас было несколько клиентов. Но уже тогда мы сделали аналитику и поняли, что только за счет клиентов мы станем очень-очень богаты. Вот смотрите, прошло 5 месяцев. Ну, понятно, что партнеров у нас стало там
очень много, в 10 раз больше. Но посмотрите, сколько стало клиентов в нашей команде. Вспомните очередь за хлебом. Вспомните цену. Вот что самое главное в этом бизнесе. 2 × 2 = 4. Проще бизнеса я вообще не встречал. Когда предлагаешь людям то, что им надо. Смотрите, 20 октября, а вот через 7 дней добавилось 357 клиентов, ну и 16 партнеров. Самое главное, это вот клиенты, которые постоянно, из месяца в месяц, оплачивают хостинг, оплачивают инструменты. Ну, небольшая плата, но тем не менее, с этой оплаты вы будете получать деньги. Понятно? Вот это вот понятно, принцип, на чем мы зарабатываем деньги. Поставьте мне плюсики. Потому что дальше я расскажу, как мы вам поможем найти этих клиентов. Нужный товар, низкая цена, рассказываем об этом, получаем деньги. Да, здесь все понятно. Вот смотрите, вот как раз то, о чем я хотел вам, ну, на чем я хочу заострить ваше внимание. Не важно кто, не важно какие доходы. Посмотрите на цифры, как растут. Увеличивается количество выплат из месяца в месяц. Понимаете? Нет ни одного человека, у которого где-то бы остановилось или стало меньше. Клиенты непрерывно приходят, и доходы ваши растут. Вот Эдуард, вам показывали его доходы, но он потому что очень много заводит партнеров, и у него 2000. Здесь же, например, у меня в основном клиенты сейчас вот, в этом месяце особенно. И все равно доход шикарный. Смотрите, Алена, мама моих внучек двух. Все доходы растут каждый месяц. Света Корнева, смотрите. У нее тоже $500 доход. Но вот он вырос. То есть вот этот самый главный принцип. Если вы вот это сегодня увидите, откроете свои сердца, то для вас этот бизнес построить вообще будет элементарно. Вот так каждый день выглядят выплаты у вас. Ежедневно, заглядывая в свой кабинет или на e-mail, вы видите, что вам приходят деньги. Каждый день. И каждый день вы эти деньги можете вывести на свою MasterCard. У каждого из вас в любую секунду есть возможность нажать кнопку, вывести деньги на карту, спуститься и снять деньги в банкомате. Ну и как, господа? Наиль, очень у нас... Знаете, давайте вы мне позволите 5 минут поговорить с Наилем. Я вижу, он очень хочет к нам. Потому что чем больше вот этих каверзных показывает, что он разбирается в трафике. Наиль, позвоните нам, мы с вами поговорим. На самом деле 300 с лишним партнеров, я могу, конечно, показать вам до утра все 300. Только у нас не 300 партнеров, а уже почти 500. Вы видите партнеров только в моих линиях. Договорились? Вот сюда мы выплачиваем, Наиль. Просто смотрите. Вот по какой схеме работают все наши ученики. То есть вы входите в программу. Ну, имеется в виду в партнерку InWeb. И тут же вы приступаете к обучению по системе AltInWeb у нас. Веду я и Эдуард Лер. Двухмесячное обучение. На этом обучении я здесь сейчас вам немножко поподробнее расскажу. Вы, первое, вы изучаете все инструменты. Учитесь делать открыточки, сайт, работать в комнате. Вы учитесь... работать с рассылщиком писем. То есть вы должны стать профи по инструментам. Вы же их продаете, как бы, да? Мы даем здесь обзор всех инструментов. Но самое главное, здесь вы получаете уже готовые шаблоны 7-8 страниц. Это для тех, кто еще не самый сильный в интернете. Кто же разберется, может сам сделать сколько угодно еще страниц. Вы делаете воронки, как бы, подписные страницы, страницы захвата, как угодно их называйте. И тут же вы получаете сейчас уже 8 готовых рассылок, которые вы заряжаете к себе в рассылщик.
Мы вас учим рекламе, причем не только Яндекс, Наиль. Там много будет рекламы, я вам сегодня расскажу об этом. Вы получаете подписчиков за счет этой рекламы, они начинают выполнять ваши вот эти уроки. Ну, у вас же серия писем заряжена, которые мы вам дали. Вот они получают вот эту вот серию писем и становятся вашими клиентами. Потому что для выполнения каких-то уроков, открытки там, странички или чего-то еще, им надо будет, конечно, иметь хостинг, им нужно будет пользоваться инструментарием. И у вас появляются клиенты. У вас появляются клиенты. Все очень просто. Клиенты, многие из них, как вы видели, где-то один к 20, да? У нас 20 клиентов на одного партнера в среднем пока. Многие из них становятся, опять же, партнерами, и все начинается сначала. Сама система очень проста. Она генерирует вот этот поток клиентов непрерывно. И именно поэтому наши доходы постоянно растут. Ежедневно. Итак, первый месяц, видите, создадим сайт, странички подписки. Вирусная открытка, если кто не знает, объясню. Это открытка, которая сама размножается, как бы. Запустили ее в соцсети, если она хороша, то люди передают ее друг другу. А там у вас есть подарок, который ведет на подписную страницу. И у вас прибывают клиенты. Учим работать в комнате. То есть в первый месяц мы полностью настраиваем систему. Вот это вот именно страница, рассылка и так далее. После чего мы начинаем вас учить рекламе. Понятно, что здесь контекстная реклама. Ясно, что мы будем вам давать практику, обучение, как заказывать рекламу у авторов. Мы научим вас делать взаимопиары, это обмен базами. Мы научим вас делать правильные скайп-рассылки. Мы научим вас делать видеомаркетинг. Все это приводит к генерации трафика на ваши ресурсы. Трафик – это поток подписчиков, а это и есть ваши клиенты. Вот отсюда идут наши, Наиль, 6 тысяч или 7 тысяч, а к Новому году будет там 30 тысяч клиентов и так далее. Вот эта система, она просто уже почти, мне кажется, ее и улучшать некуда. Она должна быть простая и понятная. Именно так она у нас и работает. Вот так вот мы помогаем нашим партнерам. Ребята, которые пришли сегодня послушать, как зарабатывать. Скажите, вы увидели для себя что-то? Если да, то поставьте мне, пожалуйста, десятки. Если вы хотели чего-то другого, поставьте пятерки. Я должен посмотреть на нашу аудиторию. Да, дело в том, что, понимаете, господа, почему мы сюда пришли? Да потому что здесь настоящий честный бизнес. Есть товар, нужный людям, и мы его предлагаем. Больше мне ничего не надо. Если бы мне сказали, что он строится за счет партнеров, вот ответьте мне, кто здесь немножко сомневается. Если бы не было партнеров, инструменты, хостинг, конструкторы и так далее, были бы нужны клиентам? Если да, то 5, если нет, то 0. Вот если бы, как раз Олег про Мавродя пишет. Скажите, Олег, если бы не было выплат, эти инструменты нужны людям или нет? А потом вспомните своего Мавродя. Нужны. Вот Геннадий пишет, что нет, десятка. То есть, понимаете, это непонимание. Нужны. Нет партнеров, все равно их покупают. Недаром 6 тысяч клиентов на там, вот в моей команде там, 300, сколько, 50 там партнеров. Именно поэтому мы и пришли сюда. Потому что компания, клиенты направлены. И кто-то мне писал, я за пассивным доходом. Вот это и есть пассивный доход. Когда ваши клиенты из месяца в месяц оплачивают услуги хостинга, конструктора, комнаты и так далее. А вы получаете комиссию. Теперь для тех, кто у нас придет в партнеры, неважно когда, пришел через неделю.
Он также попадает в это обучение бесплатное. И кроме того, вот кто придет, успеет в этот период с 19 октября по 18 ноября, тот будет участвовать в лотерее, в розыгрыше айпада. Хорошего айпада стоимостью не меньше 25 тысяч рублей. Либо этот человек может забрать деньгами. У нас состоялось уже два розыгрыша. У нас есть два победителя. Они оба забрали деньгами. Вот. И я думаю, каждый из вас прекрасно будет смотреться с этим айпадом или с деньгами. Я бы, например, тоже не отказался от такого айпада. Кому везет, ребята? Кому везет в лотерею? Поставьте плюсы. Кто рассчитывает на этот подарок? А у нас есть очень много людей, которые не рассчитывали, но получили. Первый приз у нас выиграл моряк. Он был в море. Была неожиданность. А второй... У него не было интернета, он его наладил вечером, открыл компьютер и увидел деньги. Вот такие Александр Смаль. Вот. Теперь уже пошли серьезные вещи, я вам их обещал. Это помощь нашим всем партнерам, которые быстро принимают решения. То есть до завтра, если вы входите к нам в команду, мы даем вам ряд бонусов, которые вы можете купить только за деньги. А у нас мы, конечно, вам их даем как подарок в помощь. Итак, первое. Это чтобы вы не тратили деньги на мастеров. Чтобы вы умели сами перестанавливать операционку. Чтобы умели избегать, чистить и править компьютер от вирусов. Устанавливать различные стандартные программы. Подключать всякие видео, настраивать звук и так далее. Есть ряд определенных моментов, которые не требуют мастера. Но мы с вами растерянности вызываем и тратим эти тысячи и тысячи рублей. Это продукт нашей команды, поэтому вам это как бонус в помощь. Вот это вот. Вот кто здесь понимает, вот, например, Наиль, он скажет, что это очень мощный бонус. Потому что, когда мы покупаем рекламу у посторонних, вы знаете, часто приходят на почту, у меня база 30 тысяч человек, открываемость 40%, стоимость одного рекламного письма там, 4 тысячи рублей. И присылает вам какой-нибудь скриншот левый. Вы смотрите, все хорошо, отправляете деньги и не получаете подписчиков. Это называется аферисты, мошенники. Так вот, у нас есть база проверенных рассылок. То есть люди, которые честно делают рекламу, и вы получаете хороший выхлоп с их баз в виде клиентов. Это бонус вам. Следующее. Значит, для того, чтобы вести настоящий бизнес в интернете, вам требуется владеть всеми техническими возможностями по записи профессионального видео. Вадим Дедык дал нам вот такой вот бонус. Он мастер по видеомаркетингу. И он здесь все дал основные моменты, все технические сложности. Вот это вам позволит уже настраивать свой видеомаркетинг. А кто понимает, что если хороший ролик заснять и правильно его оптимизировать, можно собрать миллионы просмотров. Это ваши клиенты и подписчики. Это вам также в подарок. Следующее. Вам надо уметь быстро написать продающий текст. Вот Сергей Проценко, мы с ним разговаривали достаточно долго, у него целый ряд инфопродуктов, но он сказал, я дам сейчас, чтобы любой человек, даже начинающий, мог написать сразу в течение там, получаса продающий текст. Пожалуйста, ребята, берите и пользуйтесь. Теперь я прошу, кто знает из присутствующих, пожалуйста, кто знает Сергея Змеева? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Для меня это важно, потому что он очень хороший мой знакомый. Угу. Так вот, к нему едут со всей нашей страны и наверняка из зарубежья. Съезжаются прямо на очные такие, на
живые тренинги. Они стоят огромные деньги, больше сотни тысяч рублей. И он действительно миллионер долларов. И он для нашей команды дал вот такой вот два таких тренинга. Тренинг по мотивации, когда вы сами себя сможете настроить на любое дело. Вы подымете свою энергию. И он говорит, если вы возьмете эти тренинги, главное это начать и не соскочить. Выполнить все, что я рекомендую. И вы будете успешны. Сергей Змеев дает власть денег. Вот очень хорошо он рассказывает об этом управлении деньгами. У него есть такие курсы, как «Риэлтор-миллионер». Он прекрасно говорит в тренинге «Хозяин жизни». Он там просто настраивает нас. В своем образе это даже волшебство, я бы назвал. Итак, вот $470 – это вам бонус. Артем Нестеренко – это просто гениальный человек. Да, он мастер. Он просто, я не знаю, как он смог, но за 2 года он построил команду 130 тысяч человек. Он ведет телепередачу по MLM. У него много книг, много инфопродуктов. Он ходит в топ-3 своей сетевой компании. За 3 года он получил 4 джипа от своей компании. Просто как бы мимоходом подарки. Долларовый миллионер. Он лично мне дал вот этот бонус и сказал, если ребята хотят результата, они его получат. Главное просмотреть этот бонус. Этот бонус вы тоже только купить можете или получить здесь. И последний бонус Евгений Вешкарцев. Здесь вообще можно ничего не говорить. Но тем не менее, так как я с ним работал 1,5 месяца, он был моим бизнес-тренером, я вам скажу, это глыба ума. Этот человек, который простыми словами просто переворачивает весь ваш внутренний мир. Если вы помните, вначале я говорил про наставника. Вот в данном случае он сыграл такую роль со мной. Это очень дорогой бизнес-тренер. Более 200 тысяч стоит его месяц. И вот он вам дарит вот такой вот бонус за $530. Берите, получайте результат. Мы просуммировали то, что мы вам сегодня подарили. Это получается на 51 тысячу рублей. Понимаете, господа, это не просто абы какие подарки. Это серьезные вещи, которые вы только здесь можете получить или купить. Это говорит о том, что мы действительно строим огромный бизнес. И это говорит о том, что мы очень заботимся о наших партнерах. Если вы до завтрашнего вечера станете нашим партнером, то есть купите хотя бы один коучинг за $229, то вы получите все эти бонусы. Абсолютно все. Ну что, господа, еще раз, перед тем, как я закончу. Кто увидел сегодня для себя возможность и кто придет к нам в команду? Поставьте сюда 10. Я вижу, что есть десятки, очень много людей, которые некоторые думают, некоторые уже решили. Но я вам хочу сказать еще один момент. Вот сейчас нет лучше момента, чем стартовать в этом бизнесе. Посмотрите, что мы за 2 осенних месяца сделали. Осень – это самый мощный период. Люди выходят, собирают урожай. Они приходят из отпусков и начинают двигаться. Мы за 2 месяца сделали намного больше, чем за предыдущие месяцы. За полтора, чем за 4 предыдущих месяца. Обратите внимание на цифры. И если вы сегодня приходите, у вас то же самое, самый благоприятный момент для старта. Клиентов мы вообще намного больше за последние вот эти 1,5 месяца, почти 2 получили. Поэтому сделайте себе подарок уже к Новому году. Я знаю, что любой из вас сможет на Новый год съездить или покупаться, или съездить покататься на лыжах. Это любой из вас, кто сегодня начнет этот бизнес, сможет себя вознаградить. Потому что на самом деле на эти отдыхи денег-то много не надо. Там может быть 1000-1500 долларов. Итак, ждем вас
в нашей команде. Сейчас тем, кто поставил десятку, господа, вам надо просто открыть письмо с приглашением и написать свой скайп и сказать: «Я готов стартовать», и отправить это письмо. Вам добавится в контакт человек, там, я, Эдуард Лер или кто-то еще, кто вас, там, Любовь Яшева, там, ну, кто вас пригласил. И она поможет вам выбрать коучинг, или два, или три. Она поможет вам оплатить услугу, зарегистрироваться и заведет в наш командный чат, где вы получите доступ ко всему нашему обучению. И уже послезавтра вы получите бонусы на 51 тысячу рублей. Если же вы... Отлично, Светлана Васильевна, ей напишите. Если вы сейчас уже зарегистрированы, если есть такие, которые уже зарегистрированы, но еще не партнеры, вам достаточно просто зайти по логину и паролю в свой кабинет, найти коучинги, нажать «Принять участие» и выбрать 1, 2 или 3 коучинга, нажать «Продолжить», вам откроется выбор пакета. Мы все работаем пока вот на этом пакете, потому что на 40 – это когда у вас будут уже большие, огромные объемы, когда вам надо будет комната на 500 мест и так далее. Сейчас пока вот этого достаточно даже лидерам. Выбираете 20, нажимаете «Продолжить» и оплачиваете, и становитесь бизнес-партнером. Итак, я вас жду в нашей команде. А сейчас я...